В Западно-Казахстанской области приступили к работе студенческие строительные отряды и отряды Жасыл-Ель. В этом году это почти 1300 человек. 500 из них будут участвовать в строительстве соцобъектов, 750 озеленять и благоустраивать уральские райцентры. Значительно выросла и их заработная плата. Например, бойцы Жасыл-Ель будут получать теперь 40 тысяч тенге в месяц, а стройотрядовцы 50 тысяч и выше, в зависимости от объема работ. Конкурс по госзакупкам уже провели, поэтому свои деньги студенты получат вовремя. К середине июня молодежь обеспечит и экипировку. Решается вопрос и о том, чтобы лучших бойцов двух отрядов отправить на работу в Астану для участия в строительстве объектов Экспо-2017. До этого, например, если мы искали компании, мы искали объекты, но в этом году компании сами выходят к нам и уже просят бойцов. И это, думаю, что уже работа штаба. У компаний есть в других областях есть свои объекты, свои компании, и они хотят тоже подтянуть наших ребят, чтобы они тоже там работали.